Все хотят стать лучшими из лучших, но как это сделать? Кажется, эти ребята знают секрет. Гора новостей на торжественной церемонии по подведению итогов городского конкурса «Лучшие среди лучших», посвященного 450-летию города Уфы. Ровно год назад, 8 февраля 2023 года, прошли торжественные открытия первичных отделений движения первых на базе школы города Уфы. В финал конкурса вышли 17 ребят. Все они здесь вместе со своими наставниками. Расскажи, почему ты занял 3-е место? Я вхожу в состав движения первых. Я являюсь помощником нашего советника. Мы участвуем во многих мероприятиях в школах, в районах, в городе, в республике. Почему ты вступил в движение первых? К нам пришли в школу люди и сказали, что вот появилось такое движение первых. Там проходит очень много веселых мероприятий, где можно повеселиться, найти своих друзей, новых друзей. И также поучаствовать и помочь людям, которые нуждаются. Чем конкретно помогаете? Я всегда помогаю в направлении добровольчества. Мы создаем очень много интересных проектов по экологии, которые помогают людям сберечь нашу природу. Также помогаем мы пенсионерам. Мы ходим по квартирам и покупаем продукты. Конкурс проводится по 4 номинациям. Лидер движения первых, наставник первичного отделения движения первых, лучшее первичное отделение, лучший сценарий мероприятия ко дню 450-летию города Уфы. Конкурсанты оцениваются по 4 заданиям. Портфолио участника, небольшой ролик о своем отделении, сценарий мероприятия к 450-летию города Уфы. Все они в формате видеороликов. Но тут важно быть не только хорошим оператором, но и все же крутым креативщиком. Расскажи про мероприятие. Это мероприятие мы начали писать уже давно, сейчас идет финал, и выбрали самые лучшие из лучших. Мы очень долго выбирали, кто будет в победителях, потому что на самом деле все участники очень достойны, и я горжусь нашим поколением, то, что у нас дети такие яркие и инициативные. Свет, как ты попала в жюри? Я попала в жюри благодаря тому, то, что я являюсь председателем первичного отделения Детского дворца творчества, и мы вместе писали этот конкурс. Такой необычный конкурс видеороликов проводится впервые. Придумал его городской ресурсный центр общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Созданный на базе Дома детского творчества имени Комарова, думаю, такая крутая идея станет ежегодной традицией. К юбилею Уфы запланирована масса подобных мероприятий. Вот так выглядят подарки уфимцев. Приятно! Дарья Сакаева, Татьяна Никитина, специально для Горы новостей.